война длилась 5 дней и не более того. Нельзя сказать, что война продолжается сейчас. Более того, мы явно совершенно вступаем в новый период отношений с Грузией после парламентских выборов, которые состоялись в Грузии. И я думаю, что перспективы медленного, постепенного улучшения двусторонних отношений на сегодняшний день имеются. На Северном Кавказе, вне всякого сомнения, эти 5 дней привели к тому, что авторитет Москвы вырос. Мы продемонстрировали, что у нас в критические моменты есть политическая воля, есть способность отстаивать интересы свои и своих союзников. На Южном Кавказе первая реакция была достаточно напряженная, особенно в Баку. В целом, надо сказать, что мы выиграли, но, как всегда бывает с политическими выигрышами, они имеют краткосрочный характер. Если они подкрепляются далее экономическими, информационными, социальными акциями и делами, то последствия этого выигрыша растворяются в историческом пространстве. В настоящий момент в Тбилиси борются за восстановление своей территориальной целостности, но опираясь на иные методы, дипломатические, информационные, но ставку на военную силу сейчас не делается.